Ну что, друзья, наконец-то вышла обнова 0.29.0, и, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, потому что, ребят, сегодня я хочу сделать кое-что очень интересное, а вот что именно, вы узнаете чутка позже. Смотрите, я предлагаю сначала вообще посмотреть, что нового добавили в обнове. Ребят, вы сейчас будете в шоке, так же, как и я был в шоке в начале, потому что просто посмотрите вот сюда. Теперь за free pass и за то, что вы повышаете вот тут вот уровни, вам будут даваться вот такие вот Nameless паки, фрагмент бокс. Короче, ребят, смотрите, если вы открываете фрагмент бокс, вам может выпасть что-то от анкомонки до Nameless фрагмента. И смотрите, если вы выбьете 10 каких-то определенных вот таких штучек, то, грубо говоря, вы можете открыть один какой-то бокс с легендарками, либо там с арканами, или даже с Nameless, пацаны, скинами. И вот, ребят, когда я понял, что, ну, грубо говоря, вы можете выбить условно Nameless вот такой фрагмент и просто выставить его на рынок. Вы сейчас, кстати, офигеете, потому что посмотрите вот сюда, 9999. Как вы думаете, кто это выставил? Да, ребят, это, если что, я как бы выбил анкомон и уже успел их выставить за 1 000 000 голды, поэтому, пацаны, можете покупать. Но, короче, дело не в этом, смотрите, то есть, если вам падает какой-то Nameless фрагмент, то вы просто его выставляете. Кстати, запрос уже 2300 голды, ребят, я не знаю, сколько он будет стоить, но мне кажется, не больше, чем, ну, не больше 15 тысяч голды, но я сразу же, конечно, куплю их. Кстати, ребят, если хотите видос, где я открываю вот эти вот фрагмент боксы, то, пацаны, просто поставьте лайк, и, возможно, я открою даже не 10, не 20, а, например, 30 этих боксов, и, быть может, мне выпадет какая-нибудь органа, либо же Nameless вот эти вот фрагменты. Но, ребят, в чем главная суть этого видеоролика? Смотрите, пацаны, где-то 3 недели назад у меня на канале выходил видос, где я покупал, получается, Sting Mimikry. Так вот, тогда у меня на балансе было где-то 80 тысяч голды, и сам Sting Mimikry стоил, ну, примерно так же. И после этого я просто начал ставить свои запросы. Ну, логично, что Sting Mimikry не только я один хочу купить, и меня там просто все перебивают, блин. Перебиваю я просто запросы, никого не трогаю, и тут чел ставит запрос 120 тысяч голды, просто 120 тысяч голды, а у меня на балансе в то время, чтобы вы понимали, было только 85. Ну и, конечно же, ребят, это было максимально нелогично ставить запрос 120 тысяч, потому что, ну блин, он столько не стоит, он сейчас стоит даже 120 всего, а тогда он по запросу был 120. Короче, ребят, решил я все-таки не покупать этот Sting Mimikry, а вместо него купить старый добрый Керамбит Голд. Он, кстати, тогда по запросу был 70 000 голды. Ну и, значит, перебиваю я там, перебиваю один день, перебиваю второй, и, ребят, произошло самое такое страшное или не страшное, короче, пацаны. В целом ничего такого не произошло, но посмотрите в мою историю покупок прямо сейчас. Керамбит Голд за 80 тысяч голды. И, ребят, вот тут вот самое интересное. Захожу я, значит, в стендов с айпада, ну, чтобы перебить запрос на Керамбит Голд. Он, кстати, тогда был где-то 75 тысяч. Ставлю запрос, ну, перебиваю запрос, и, ребят, вот тут вот, я не знаю, как этот момент описать, потому что тогда у меня просто резко соскакивает вот эта кнопка, и почему-то я купил по фул запросу, то есть за 80 тысяч голды, хотя запрос был 70. Вы, ну, понимаете вообще, пацаны? Я мискликнул и случайно купил его на 10 тысяч дороже, грубо говоря. Но, ребят, сейчас, хоть он и стоит 94 тысячи, и даже если я его продам, сколько я получу? Подожди, 94 тысячи, это будет... А, ну, блин, я и так не в окупе, конечно. Но, пацаны, на этом история не заканчивается. После покупки Керголда, я, вдруг мне в голову взбрело купить Sting Mimikry. Ну, я ставлю запрос 75 тысяч, и, пацаны, именно в этот же день мне его продают за 75 тысяч голды, чему я, ну, конечно же, рад, потому что, блин, ну, пацаны, 75 тысяч голды за Mimikry, это, мне кажется, идеально. Ну, и можно сказать, ребят, я выполнил свое обещание, так еще и в x2 размере, потому что, помимо Sting Mimikry, я купил еще и Керамбит Голд. Да, ребят, хоть я это сделал и случайно, но все-таки я его купил. Кстати, вот так вот можно его осмотреть, ну, я его и так в катках осматриваю. Короче, ребят, все интересные новости я, как всегда, буду выкладывать в свой телеграм-канал насчет этого Mimikry, либо же Керамбита Голд, поэтому, пацаны, обязательно подписывайтесь, ссылочка, если что, в комментариях. Ну а на этом все, пацаны. Кто досмотрел до этого момента, пишите в комментариях слово грипп, ну, чтобы я понимал. И всем пока!